Салам алейкум, всем привет. Состоялась у меня открытая охота на волка. Два раза ездил в пустую. Третий раз поехал. Погода более пасмурная была, что-то такая, легкие туманчики. Пять раз поменялась погода, пока ехал. Предстоит дорога в туман. Ночью будет туман. Как раз волчья погода. Красота, конечно, нереальная. Остановка Чаванская. Бурдюк. Шикарная вещь. Чеснок очень необходимый для чернов. Вот забора. Убираем пенку. Дождь идет на улице. Туман. Тропу я знал, откуда они выходят. Решил, сел, решил ждать. Появляется один момент. Два волка явно шли кормить волчат. Что-то было во рту, несли. Решил первого стрелять. С открытием сезона всех. И вот такой первый волчок. Очень крупный. Но очень хулиганистый. Матерый. Руки заняты. Короче, в общем, вот так. 170 метров было, первый выстрел. На опережение взял, останавливать не стал, стрельнул, упал сразу. Нет, чуть пробежался, вижу, забежал. С колена стрелять неудобно было, но второго вроде бы все в него почти. Второй ушел, ну, может, к лучшему. Пусть живут до зимы. В общем, вот такая охота состоялась. Решил там подождать чуть-чуть. К чабанам зашел. Сказал, он там убил волка, там же оставил. Решил. Вернулся туда заново. Посидел. Там появились две собаки.
шли по следу, как разведка на них был. Шли, погавкали, ушли. Ну, еще подожду. Я так понимаю, это собаки шли за волками, где они что-то убили и тащили уже еду. По запаху, по следу шли, а потом уже развернулись, ушли обратно. Посидел там буквально полчаса, и еще появился Мишка. По тому же следу поднялся, издалека там машина поднималась, он тоже тихонько верхами ушел. Ну, к чему меня удивило, это все такая тропа. Сначала волки с едой пришли оттуда, потом собаки за ними, а потом медведь появился. Очень интересная картина. Спустился на нижнюю точку, думаю, там подожду, может, там еще одиночка крупный ходил, думал, он появится там. Он не появился, опять появился там еще один Мишка. Одновременно с этим посмотрел наверх, где волк лежит, смотрю, там еще один Мишка. Это что-то, зоопарк какой-то был медвежий.
Вот то, что волки бросили ночью с едой. Оттуда тропа. Вон лежит волк тоже. Крутятся орлы, значит, что-то какое-то движение еще есть там. Идет разведка. Крупный? Да. Двухлетка жила? Да. Посмотрим за поворот, что там есть еще. И что, медведи ее съел, получается? Нет, волки. Я сказал, с этим, не, я понял, с этим костюмом они шли. Да. Когда стрельнул, она бросила. Не ляшка, да? Вот то, что было. Так, осматривают волка. Ну, охота состоялась. После этого, правда, еще нападение есть. Но никак времени нету туда добраться. Надо еще раз поехать, посмотреть. Очень крупные одиночки есть. Попробую его тоже добыть.